храм тысячи столбов. В этот раз мы будем рассматривать именно эту архитектуру, которая сквозь сумерки сторожевые готова всех облаять. Ведь это настолько удивительное сооружение, что даже уважаемая Ольга Вдовина должна отложить в сторону свои рукодельные поделки и вместе с нами поразмыслить. Ведь это ее профиль проверять, могли ли такое великолепие создать палкой-копалкой и камни-гладилкой. Или все же стыдно произносить вслух умным людям, уважающим свое имя. Это здание вообще просит мозг выйти из головы, ибо там мало места для стольких мыслей. Просто шедевр и что-то невообразимое. Но для начала давайте, прежде чем перейти к интересному, почитаем скучное, то есть официальное описание. Его длинным не хочется видеть, так как сути там нет, но все же прочтем. А потом противопоставим этому описанию слова от Правин Махана, которые, как в лучших традициях Бадла, сами поставят к расстрельной стенке официальное описание вопросом: так что же в них правда? Итак, храм тысячи столбов. Это исторический индуистский храм, расположенный в штате Ханамаконда, штата Телангана, Индия. Он посвящен Господу Шиве, Вишну и Сурье. Храм тысячи столбов с его руинами находится недалеко от шоссе Ханамаконда-Варангал в штате Телангана, примерно в 150 километрах от города Хайдарабад. Храм является одним из прекрасных и самых ранних доступных примеров искусства, архитектуры и скульптуры Какатия. Он был построен Рудрой Девой и назван в его честь как храм Шри Рудрешвары с вами, с верховным божеством Рудрешварой в 1163 году нашей эры в стиле поздней Чалукьяна и ранней какатийской архитектуры, извините, невозможно произносить, звездообразный и трехслойный. Храм – прекрасный образец архитектуры и скульптуры с тысячу столбов. Богатые резные столбы, перфорированные ширмы, изысканные иконы, вырезанные в скале слоны и монолитный долерит Нанди как компоненты храма. Укрепляя основы, как техника песочницы, мастерство скульпторов Какатия проявляется в искусном мастерстве и безупречной технике резьбы по слоновой кости. Изобретательность скульпторов Какатия проявляется в таких, как токарный станок и блестящая полировка в скульптурах из долерита и гранита, а также в ремесленных работах Навы Рангамандалы. Это описание само собой из Википедии. Что в нем интересного? Это, наверное, только два слова, где как будто сквозь зубы процедили токарный станок. Так чем занимаются ученые антропогенеза? Загоняли бедную Олю Вдовину, ой, как загоняли, и непонятно зачем, дескать, делай вазу из диорита всем, что под руку попадется. Если эти ученые ленятся изучать науку, то хотя бы Википедию почитали, что ли. Ведь вроде как написано коротко, что раньше трудились за токарными станками, а не палкой-копалкой долбили гранит. Но это полбеды. Ведь что такое токарный станок? Как его сделать? Если кто-то за ним работает, поразмышляйте. Дальше. Откуда подается кинетика? Каковы приводы? Неужели ученым придется признать, что в 1163 году были электростанции? Или паровые установки? Или от водяного привода? А может, от ветра? Тогда нужно признать, что еще и от электричества не зависели в прошлом, как сегодня. И это еще полбеды. Что такое токарный станок? Токари, вам вашего станка хватит, чтобы выточить такую громоздкую деталь, как большая колонна? Но мы говорим, если верить официальным датировкам, не за наш век, а за 1162 год, это 12 век.
Переходим к словам от Правин Махана, который говорит следующее. Привет, ребята! Сегодня мы собираемся взглянуть на одно из самых странных древних мест в Индии. Это храм Тысячи Столбов, которому не менее 750 лет. На первый взгляд он выглядит как обычный храм. Но в этом храме есть нечто принципиально иное, потому что между каменными блоками в стенах этого храма вообще нет видимых стыков. Это большой храм, но посмотрите внимательно, когда я иду от земли к вершине, вы видите какие-нибудь стыки? Это заставляет людей задаться вопросом, сделан ли весь этот храм из одной твердой скалы, как храм Кайласа. Но археологи подтверждают, что на самом деле он сделан из множества каменных блоков. В 1300 году армия мусульманского короля Алаудина Халджи попыталась снести этот храм, и они вынули многие каменные блоки с земли и с потолка, потому что их легче разобрать. Но они не смогли разобрать блоки на стенах. Если вы посмотрите на пол, это новые каменные плиты, размещенные отделом археологии, и вы увидите, как эти блоки слабо связаны между собой. Если сравнить современную кладку с древней техникой, современные технологии кажутся довольно примитивными, потому что хорошо видны стыки. Итак, почему этот храм называется храмом Тысячи Столбов? Большинство посетителей задаются вопросом, почему он известен как храм Тысячи Столбов? Потому что в нем нет тысячи столбов. Он назван так, потому что состоит из тысячи каменных блоков. И именно поэтому используется это название. Но даже в самых сложных храмах, таких как храм Липакши, мы можем видеть явные следы стыков между блоками, но в этом храме стыки не видны. Примечательно то, что для соединения этих блоков не использовался цемент, раствор или клей. Как древние строители много веков назад смогли достичь такого необычайного уровня соединения? Какие технологии существовали и как был построен такой храм? Базовая технология такая. Древние строители создали сложную систему замков, по крайней мере, с дюжиной различных разрезов в каждом каменном блоке. Эти сложные разрезы максимально увеличивают площадь поверхности, разделяемую соединительными блоками, и создают чрезвычайно плотную посадку. Это достаточно сложно сделать между двумя каменными блоками, но представьте, что вы используете несколько каменных блоков со всех сторон. И сколько разрезов потребовалось бы, чтобы соединить 4 или 5 блоков вместе? Я имею в виду, что это просто необычайная технология. Это можно сделать на дереве, но как много веков назад им удавалось сделать эти пропилы на больших каменных блоках? Выполнение этих разрезов – это одно дело, но уровень точности, позволяющий сделать эти стыки невидимыми, может быть достигнут только с помощью современных станков. Мы ясно видим, что построить массивный храм без видимых стыков примитивными инструментами невозможно. Использовали ли древние строители инструменты для резки, сверления и полировки, как сегодня? Если да, то есть ли у них доказательства наличия этих инструментов в самом храме? Как насчет этих резных фигурок, напоминающих современные инструменты для сверления и полировки? В большинстве храмов мы обычно видим резные фигурки богов. Но в этом храме мы можем увидеть эти инструменты, как резные фигурки с конической полосатой вершиной и длинным стержнем, что удивительно похоже на современные насадки инструментов. Просто сравните эти резные фигурки с современными насадками. Согласитесь, есть сверхъестественное сходство. Это совпадение или древние строители использовали инструменты, как и мы, для создания этой точной системы блокировки? Столбы в храме подтверждают, что на самом деле использовались сверлильные станки. На этих столбах просверлены очень маленькие отверстия. Мой друг изо всех сил пытается пропустить нить через маленькие отверстия, но эти отверстия слишком малы даже для нитки.
Священник рад был нам помочь. Он берет что-то тоньше нитки и успешно вставляет в эти дырочки. Если вы думаете, что эти резные фигурки не являются сверлами, как бы вы объяснили такие крошечные отверстия, вырезанные на столбах? Как вы объясните строительство целого храма без видимых стыков? Были ли они созданы с помощью современных машин или простых инструментов, таких как долота и молотки? Пожалуйста, дайте мне знать свои мысли в разделе комментариев. Конец цитаты. Согласитесь, это что-то невообразимое, такая сложная и тонкая работа. Строители, что вы скажете? Кто больше прав имеет тут, вы или историки? Или историки, вам не интересно узнать, как такое чудо было воздвигнуто? Утверждается, что для мандалы высотой 9,5 метра было использовано 2560 скульптур уникального камня. Интересует, конечно же, нас всегда фундамент. Говорят, что он 6 метров. Вы представляете, что это за размер? Но фундамент ли это или на самом деле здание под землей – вопрос еще тот. Ведь сколько ни ищите вы, не найдете свидетельства, что археологи копнули там на такую глубину и дорыли до основания.